barba larga bamba, barba larga bamba. Te necesito una poco de gracia, una poco de gracia pa mi patria. Y arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero. Ребятушки, всем привет. Короче, я сегодня наряжен максимально свой самый именно агрессивный наряд. Чисто в мускулы, как вы поняли. Прессик именно. Прессик и мускулы, ребят. И, собственно, банановые шорты. Недвусмысленно намекающую на всю степень агрессивности моих намерений, ребята. О, сеньор Лендольфо, как вы успели себя заметить. Поприветствую. Понятно. Ола Тудепем. Приветики. Все нормально, ребят, у людей. Короче, ближе к теме. Выдвигаемся на карнавал. Ходят слухи и понты, что здесь рядом карнавал. Си. Чувствуете этот запах? Да. Все, ребята, двигаем. Кстати, да, ребят, для тех, кто еще не подписался на мой инстаграм, называется красавчик. По-русски вводите просто одно слово. На русской раскладочке, ребята, красавчик просто вводите, и там буду первый по списочку. Давайте, добавляйтесь на инсту, будет много интересного. Чипигар. Так, ребята, видите, туристы со всего мира. Я жилье. Со всех частей света. Белеза. Белеза, о май гад. Девчоночка знакомая. Увидела меня в нарядном образе. Видите, ребят, как реагируют на котика Максика в его агрессивном наряде и в не самом агрессивном наряде. То есть реакция была максимальная, ребята. На агрессивный наряд. О, вау. Е, белеза. Си. Культура, ребят, зацените на эту культуру. Видите? Смотрите, ребят. Вот сейчас, смотрите, сейчас вам покажут культуру. Сейчас вам покажут, как нужно культурно общаться, как бы, ребята, на этом всем языке. Понимаете? Гопел. Я уже сам знаю, ребята, чтобы вы не сомневались. Ребята что-то подсказывают, что мы подбираемся уже близко. Близко ко всем движениям. А вам так, собственно, не кажется? Мне лично кажется, что мы где-то рядом. Так, плюс сеньор Линдольфо мне указывает ручкой. Это ли не знак? Это именно знак знаки. Вот, ребята, полюбуйтесь. Дальше, срез общества показываю. Срез дальнейший. Vamos, donde? Окей. Начинаю слышать уже музычку, ребята. О, видите, танчики. Танчики и мальчики, ребята. Все, как вы любите, девчата. Все для вас. О, видите? Так, поцелуйчика не будет в этой паре. Может, дальше. Хороший. О май гад, мео диос. Муйта лида, си, абригадо. Вамос абайлар. Си. Ай, белеза. Ребята, вот так вот мы делаем. Это Лендольфо, так и делаем. Сеньор Лендольфо, так и делаем. Вот так, только Лендольфо, ребята. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Ребята, как здесь все происходит? Так. Хорошие компании, нарядные. Видите? Многие спрашивали про мусор на этом, в Меделине, ребят. Вот вам мусор. Вычищается мгновенно. Ох, как хорошо здесь делается. Я с вашим этим ребятам мусором пропустил всю тему. Посмотрите, как работают, как отрабатывают именно продавцы на улице. Видели? Все видели, ребята. Вам показываю. Как здесь делают ребятушки. И мальчишечки. О, билеты. Абригадо. Это для вас, ребята. Я снимаю этот мусор. Вы любили мусор? Это ваша тема. Вы мне задали 100 вопросов по поводу мусора. Вот мусор для вас. Белеза. Это ж, ребята, самый главный вопрос на повестке дня. Сколько мусора говорит? О май гад, мео деос. Муэтас линдас, чикас, зир.
Gabriele. Gabriele. Tomar un foto, un foto juntos. Sì. Блять, фоточки красивые, ребята. Белеза. Си. Ага. Си. Аки, окей? На. Аки. Си. Амос. Ребята, продолжаем нашу съемку. Голливуд. Голливудские съемочки, ребята. Идем в самую гущу. Посмотрите, что творится, ребята. Это вам не Халамбала. Сплендида. Си, una estrella. Una estrella. Си. Магнитика просто приковывает взгляды свои. Своими магнитиками. Что произошло? В чем дело? Что творится? Что творится, непонятно. Ай, мео диос. Команданте. Хопе. 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 Си. Кабачок, видите, делается. Бамас. Си. Окей. Белеза. Белеза, вот так вот поцелуйчики делаем. На ровном месте. Наши поцелуйчики. Пожалуйста, ребята, Досер Маус. К вашему вниманию. Прямо у подножия, смотрите, что творится. О, кашаса, водочка имена. Катит полным ходом. Посмотрите. Все сами идут в наши ручки. Давайте, ребята, все к нам. Всех приглашаем. Всех приглашаем к себе. Ребята. Полюбуйтесь. Полюбуйтесь, ребята, на то, что здесь происходит. Смотрите, ребят, это вообще... Ребята, полный Голливуд и сеньор Линдольфо. Все сами идут в наши ручки. Vamos. По-моему, ребята... Знаешь, что вы думаете? Я думаю, что я снарядиком не прогадал. По-моему, самое то. Самое лучшее снарядик. Сервежа, аква. Вода, пиво, ребят. Пиво и вода. Ух ты, бордюры опасны. Деламатре, путаки по ГСО. Что это такое, говорится? Тирманда, си, восе на Агосто, порке? Окей. Кому я спасибо на Уподжи, порке? Понятно, ребят? Снимать нельзя, потому что я особенно. А вы какие? Мой бонита, уна компания. Си, делисиоса. Си, белеза. Вот, ребята, полюбуйтесь. Украина. Украина, си. О. No. Muy especial, por favor. Eso. Eu posso te dar isso. Brasília. Muito prazer. Football player in English. Muito prazer, senhor. Beleza? Sim. Sim. Так, ребята, снимаем вам девочек красивеньких. Ох, какие славненькие люди, нарядики. Ох ты. Диос. Beleza! Eu gosto. Sim. Ok, obrigado. Ok, compreendo. Ok, we'll catch the phone. Обратили внимание, ребят, говорит, не снимай меня, а потом через 5 минут говорит, давай фоткайся со мной. А я ей говорю, типа, парень есть? Она говорит, у меня два парня. Я говорю, давай поцелуемся. Она говорит, не, нельзя, у меня типа есть парень. Она говорит, два парня. Я говорю, ну так два парня нормально, говорю, у меня тоже есть. Короче, ребят, именно активный подъезд, ребята, максимально. Максимально активно подъехал. Максимально активный, ребята, был подъезд.
Он, конечно, успехом, успехом не увенчался, ребята. Но от этого менее, как бы, менее подкатом он, собственно, ребята, не стал, как вы успели себе заметить. То есть вполне себе имел место быть. Что некоторые со спины так ходят, как будто цари такие, хотят именно распихнуть. Это тоже приходит. Железо. Ох, ребята, здесь какая компания красивая. Из красивых ребятушек на карнавале собралась у нас, ребята. Не всем, конечно, нравится сниматься, но, ребята, место встречи изменить нельзя. Надо людей поснимать, ребята. Передать всю степень красочности этого, ребята, места. Обригаду. Си. Обригаду. Знакомство. Этот парень шел за нами, я его видел, мышцаты, видите? Ребята знакомятся. Вот сюда давайте снимем. Да, меняем наши локации. Чуть-чуть менее, как бы, людные местечки. Смотрите. Госсермао, собственно. Вот во что превращается, ребята, Ипанемка. Такие голливудские, ребята, места, собственно, в одночасье. Видите, азиатские ребята, зайчики, зайчики-официанты. Все к вашему вниманию. Ох ты! Ола, ола, ола! Como está? Tudo bom? Девушка не пожелала, короче, быть заснятой на камеру, но будем искать тех, кто желает сниматься. Вот, например, сеньор Линдольфо, Айке Рико. Обратите внимание на этот, ребята, мышечный каркас. Си. На эти мышцы тоже внимание обращайте. Они здесь просто прекрасны. Ола, си. Прекрасно. Видели, ребята? Так. Это, ребята, тот случай, когда наряд решает. Погнали. Си. Vamos, mi hermano verdadero. Пропустим сейчас немножко велосипедиста здесь. И пойдем немножко в каком-то этом направлении поснимаем. Поснимаемся. Ребята. Поснимаем вам весь срез. К вашим услугам. Как вам такое нравится? Белеза. Сим. Еще ночка мне очень нравится. Видите, ребят, люди делятся здесь в этом плане на два типа. Кому нравится и кому нет. Ну, ребята. Это жизнь. Нет времени спрашивать, кому что нравится. Мне нравится снимать такой контент. Чисто мой контент. Мой любименький контент. Белеза. Бригадо. Вау? Си? Вот так вот, видели, ребят? Ух ты. Линдольф. Toma un foto de mí, así, ¿recuerda? Chicas, ¿cómo vamos a portar una foto? Muchas gracias por la compañía. Really? It's for, excuse me. Hello. Please. Сейчас я вам покажу. Сейчас сначала здесь поснимаем, сейчас, а потом к этим ребятам сзади вернусь. Какие красивые ребята, люди во время карнавала разгуливают. Режим отдыхай. Мы, ребята, фоткаться спросили, получили отказ, проблем нет, вопросов нет. Нельзя снимать фото, значит, будем делать видео. Все логично. Посиблю Тамару на видео? Нет. Вот такие компашечки ходят. Видите, ребят? Ола! Вот так вот делают. Все идут куда-то, по-моему, в сторону, ребята, в сторону Госсермауса. По-моему. Что-то пока что указывает именно на это. Ну, тоже неплохой такой нарядик. Противодождевой. Мне нравится это решение с тапочками, короче, с резиновенькими. Тот случай, когда они зарешали. О.
Ай, Диос мио, муйто линда. Опа, фух, смотрите, подлетел парень. Окей. Окей, вамос, вамос. Транкило. Транкило, спокойно. Все, забрал. Забрал свою невесту. Забрал свою невесту, потому что знает. Си, муйто линда. Эсла вердат. Эвердаджи. Си, си, си. Перегросо, транкило. Но, это с моей ирмана, моя ирмана, пожалуйста, 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 пожалуйста. На угосто, что за качели? Что творится? Кепасо? Кепасо уже? Может быть, это реакция, ребята, на какой-то достойный музыка? Может быть, have a look, but then it's like... Белеза? Линдо? Короче, девчонка так засматривается, знаете, смотрела просто в телефон, а я себя снимаю. Наверное, думала, а почему не меня? Não, não é bom, muito pequeno, um pouco grande necessito, um pouco mais grande. Ele é muito pequeno, necessito um pouco mais grande, isso é muito erótico. Muito erótico. Vite, ребят. Se tampem. Muito pequeno. Muito pequeno. Ok, muito lindo. Sim. Sim. Beleza. Lindo. Бочка? Поджи бебер он поку. Си. О, видите, ребята? Обригадо. Ребята на позитиве, видите, ребят? Вот так вот. Ай, белеза. СОС, СОС, кому аси. Си. Транкило и белеза, си. 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 Делаем фоточку. Белеза. Там белеза. Вот, я успел. Я успел сделать, ребята, фоточку сладенькую. Славненькую. Смотрим. Смотрим дальше. И, ребята, время 5:30. Так, здесь что происходит? Бикини. Бикини и сборки. Ух ты, вау, yes. Говорит, много девчонок. Я говорю, да. Много девчонок, это правда. Очень много. Так, где еще у нас? Лонгеры какие-то попивают. Лонгеры, шейки, коктейльчики. Так, девчоночки, посиделки. Посиделочки. Эй! Эй, видите, все дела, ленточки продаются. Можете сразу нарядиться и быть красивенькими. Здесь что-то человек припевает прямо, короче, прямо с этого, прямо с рюкзака, через трубу. Ну, причесочки хорошенькие, ребята. Вот, ребята, можете полюбоваться, собственно, компанией, моими охранниками. Бен, это не Транкило. Ребята, Thanks, guys. Так, здесь что за танчики? Уматовые танчики. Бригада. Чувак, да нахуй ты меня тыкаешь? Ты с ума сошел, иди отсюда. Тыкает меня своими конфетками в плечо. Стук-стук делает. Оля. Туда бом? Оля. Оля. Си. Ми эрмано вердадеро, Линдольфо. Окей, уна фото. Си. Белеза. Томе он фото, ага. Эу госто комо аси. Муй бонито. Си. Си. Ага. Обригадо. Си. Си. Эво се, эо, пор фавор. Мас, кари мас. Камарон фото. Си. Casado? Não. Você é namorado? Não.
Lenda! Muito delicioso! Chica Lenda! Qual é o seu Instagram? Vamos, ребята, обмениться Instagram. Культурный обмен. Experiência cultural, sim? Como é que você recomenda? Посмотрите, что она насасывает потихонечку. Que porra é isso? Canudo. Canudo, canudo na bueno. Tem... Ребят, ну вот так, короче, пофоткались. Пофоткались и поделали. Короче, сами все видели и слышали, ребят. Собственно... Си, брадер, си, муйто лидос, чикос, ага. Ребят, короче, я так понял, что нормальный хоп, можно стоять на одном месте, все идут мимо тебя. В принципе, тоже не так уж и не такая и плохая затея. Ребят, здесь тоже хорошо. Здесь тоже хорошо, ребята, смотрите. О, ребята, смотрите, какой голливудик вообще. Голливудик на голливудике просто в этих краях, ребята. Просто... Знатные и славные ребята компании, по-моему. Конечно, да, сегодня, ребята, такой именно у нас славный с вами денек, чисто для наших глазок. Подарок, ребята, для наших глазок, да? Балуем с вами наши, короче, ребятушки, глазки. О, глазки, умчики и душки, ребята, все балуем. Ребята, ну только это. Балуйте, но балуйте, ребята, только это. То, что я вам разрешил балуйте. Остальные места, остальные бубенчики не балуйте. Сеньор Линдольфо. Ай, ке бонита. Ке бонита, это сеньорита, си? Си, 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 бонита. Кому се шама? О, эрмано, муйто линдо. Бежу, Данита! Бежу, муйто бригада. Си. E você, como se chama? Elaís. Elaís? De onde é você? Carioca? Não, mas é de Janeiro também. Ah, tem um namorado? Sou ucraniano, pero não moro no Rio. Não, tem um ucraniano. Ah, sim? Sim. Sim. Eu não me Ночь привет. Ребят, девчонка тоже наполовину, короче, там украинка, россиянка. Но тебе надо. Но тебе. Ке посол, а донде вай? Тел номи. Макс. Не, сопреноми. Прономи. Макс Оливер. Макс Оливер. Окей. Кому се фала? Донде вай? Ребята, вот такие полицейские здесь у нас. Смотрите. Говорю, есть парень? Говорит, да. Говорю, жалко. Жалко, что есть парень. Парни, ребята, сегодня нам как бы не в теме. Кстати, ребята, так парит, как перед дождем. Наверное, будет дождь. Что-то хмарится, может, будет дождь. Белеза. Вот, ребята. Чувствую, что будет, короче, дождик. Диджей дождик сейчас пойдет. Ола, туда бом. Ола. Говорит, пивко, Хайнекен. Но мы не пьем, ребята, как вы знаете. Так что мы, ребята, пока без Хайнекена. Пока выдвигаемся неплохо на трезвую руку, ребята. Вот ребята азиатские. Наверное, с района, короче, Лавердат. С этого, как у нас, Сан-Пауло. Сан-Пауло, Паулиста? Паулиста? Си? Абригада. Видите, ребят, классные девчоночки какие. Я уже бразильяна, короче, сан-паулевских отличаю, короче, а девчонок, которые с Рио. Си. Sou uma tímida pessoa, muito tímida. Sim. Так, ребята, очередная порция голливудика в студию. Вот так вот. Окей, por fin. Muito. Muito mais melhor. Um beijo, por favor. Por favor, um beijo. Sim. Ребята, выпросил. Вы видели, в какой я позе? Я просил этот поцелуйчик для своего друга. Будь обрекал. Вот она, ребята, настоящая вам дружба. Когда даже на расстоянии думаешь и делаешь для своих друзей. Вот так, ребята, надо дружить. Как бы не понарошку, а по-настоящему. Понятно?
помогать именно в нужную минуту и секунду. Си. Понятно, ребят? Советую вам. Имейте таких друзей. Имейте таких друзей, как хочет Макс. В хорошем смысле этого слова. О. Лиза. Си. Красивая компания. Снимаем дальше. Здесь тоже ребята компании красивые ходят. Мы этих тогда девчоночек тоже немножко как бы с вами снимали. Вот, они немножко проскакивали там. В нашем с вами, ребята, горизонте. Ну и женскую часть нашей аудитории мы, конечно же, стороной, ребята, с вами не оббегаем. Тоже можем немножко это осветить, ребята. Обратите на это внимание ваше. Культура. Культура. Си, Бразил. Yes. Muito obrigado, си. Aparece no vídeo também. Drink. Não bebe. Não, sou um filho aburrido e tímido. Não posso beber. Não bebo, não bebo. Agora não? Agora não pode, não. Agora não pode. Sim. Sem álcool, sim. Ih, Nossa Senhora. A Senhora de Fátima. Que linda. Смотрите, ребят, видите, вот так вот потихоньку делаем. Потихонечку делаем, ребятушки. Делаем потихоньку, но не очень. Как вы себе успели заметить, уже было все. И подкаты, и отказы, и агрессия. И руки, и за руки хватательство. И попки, и попки номинательство. Белеза, muito lindo. Окей, окей. Um beijo na Nita! Sim. Sim. Sou brasileiro, porra! Carioca! Понятно? Não compreendo. Sim. Украина! Украина! Видите, ребят, вот так вот культурный обменчик у нас происходит. Обмениваемся по-культурному, ребята. Культурненько. Вот я понимаю, нормальный ходик здесь, короче, делается. Си. Окей. Смотри. Си. Короче. Чика. Нина. Си. Окей, он бежит делисиосо. Си. А, вот так вот мы делаем сегодня, ребята. Чтобы вы себя понимали именно потихонечку. Потихонечку, вот так вот мы делаем. Белеза. Белеза. Си. Чика. Она хочет одну чика. Pero tem buja, beija com um chico. Rio de Janeiro. Eu sou o chica carioca. Ela quer девчонку, tipo, место. Я говорю, я место, я девчонка. Rio carioca, carioca. Eu sou o carioca. Outro beijo. Так, ребятушки, ну что, у нас, собственно, продолжается наша съемочка. Оп, опасно. Видите, кто-то кушает, кто-то что. У нас продолжение нашего движения. Ребята. Так, здесь что? Кто куда? Кто куда, ребята, а мы на карнавал. Как вы себя поняли? Си. Белеза. Белеза, muita beleza. Muitas belezas. Hoje. Obrigado, senhor. Вот так вот, видите? Там, здесь что показывается нам? Здесь. Здесь кто есть. Вот тоже компании красивые всякие. А это, по-моему, те же самые, я уже не помню. Кто там кричал, отказывал, они не они. Они или не они? Да, это они. Я уже узнаю, ребята, некоторых людей, которые злые. Уже злых ребят помню, ребята. Видите? Некоторые, я помню, обсуждал как-то тему, что можно на местности, когда активно двигаться, то тебя узнают быстро. И ты людей быстро узнаешь, ребята. Поэтому я скажу, что... Ола! Muito linda una compañía, si? Короче, и получается...
Так можно людей запоминать, а они запоминают тебя. И, в принципе, не требуется много, ребята, времени, чтобы это... Чтобы тебя уже знали в лицо. Вот, смотрите, девчоночки, видите, с Украины, которые в поколении. Поэтому, ребят, все, видите. Мы только прошли здесь, не знаю, полчаса. А у нас уже столько знакомых и друзей, как вы все поняли сами, да? Как-то так, ребят. Ох, ты видели, как седлают? Как седлают он это дело. Так, дядя здесь... Окей. Дядя здесь стал, конечно, не в тему, но здесь есть такая практика. Белеза, муталин, да, на компании, бригада. Вот. Смотрите, ребят. Все, пиздарики, перевернули. Перевернули, короче. Смотрите, сразу все помогают. Ну, ребят. Видите, как, короче, люди шли такими походками и к чему пришли. Надо быть осторожным. Это мое видео. А видите, говорит, помогите ему. Да, помогите, спасибо. Сами бы без себя не разобрались. Это такие, у меня в комментариях таких много, ребят. Я думаю, что они примерно с такими же походками, знаете, ходят, посмотрите. Когда рассказывают, там надо было больше донат тебе, Максим, заплатить, там тебе человеку надо было так помочь, там тебе надо было так сделать, вот они, полюбуйтесь, ребята. Полюбуйтесь, ребята, на себя со стороны. Те, кто это пишет, они выглядят примерно вот так, ребята. Можете не сомневаться. Сам палец о палец не ударил, зато такой мимо чисто прошел, распорядился, говорит, помогите ему. Мы-то поможем, дружище, ты в нас не сомневайся. А что сделаешь ты, внимание, вопрос, в этой жизни? Пальцем указал, десятирым людям рассказал, что им надо делать. Смотрите, так смотрит на камеру и отворачивается. Мал? Си? Пальчиком показывает, нет. У нас так не работает, ребят. Нам так пальчиком нельзя показывать, там можно только показывать пальчиком вот так, иди сюда. Показывать пальчиком нет, не работает. Железо. Окей. Видите, ребят? Мамус. Он же мамус, мой мам. Видите? Обнимашки сразу по всем фронтам происходят. Там инсту забирает, тут же приобнимает. Надо уметь, ребята. Хорошая душа. Vamos, mi hermano. Mi hermano verdadero. Так, ребята, могу вам сказать, что начинается дождик. На меня упала первая капелька. Это ли не знак, ребята? Есть подозрение, что, ребята, пора закругляться. Вот. Посмотрим, как люди будут действовать по этому всему поводу. Будут ли они закругляться или нет. Вот нормальный нарядик, ребята. Супер Марио, по-моему. Белеза, бригада. Супер Марио хорошо делает, видите, ребят. У нормальных парней с нормальным настроением, так и это. Нормальные ребята, как вы поняли, и чувство юмора, да, и как бы отношение ко всему. Что за шум там? Си. Говорит, друг из Ботафого. Видите, ребята. Видно компания какая-то там, это футбол или что-то. Как-то так, ребята, сегодня мы делаем. По-моему, прикольное движение. Не знаю, что вы, ребята, по этому всему поводу думаете, но, по-моему, движение зачетное, куча людей меня устраивает. Ребята, ну что, короче, дождичек начался. Диджей Дождик пошел активно. Вот. А мы, собственно, двигаем, ребята, против шерсти. Против... Necessita ajuda, ajuda me, por favor. Eu preciso sua ajuda. Смотрите, парень такой, да. Ну, где чувство юмора, ребята? Типа помощники, security там, которые спасают, спасатели. Сеньор Недольфо подкатил максимально нормально, говорит, помощь, говорит. Вот зонтичек нормальненький, смотрите, что делает себе. О, вот так тоже можно делать, понимаете? Прямо, пивко. Привет, Анастасия, пивко. Видите, ребят, так что, короче, с одеждой, по-моему, я угадал максимально. Максимальное угадывание. Ребят, короче, я вам скажу, что самые ребята, которые не любят фоткаться, аргентинцы, как я успел заметить. Я во внешности так тоже разбираюсь. Я не хотел это озвучивать со старта.
потому что это как бы было бы предвзято, да, озвучить это на самом старте, но факт остается фактом, мне это было на самом старте, то есть аргентинки, они как бы начинают там указывать тебе пальцем, что типа фоткать там это типа нельзя, и очень меня интересует феномен, знаете, то есть приезжать в чужую страну, да, в другую, в третью страну, и в третьей стране тебе рассказывают, что тебе делать, можно ли тебе типа там, типа вести там фото-видеосъемку. То есть она показывает пальцем, что нет. И она такая ни одна, ни одинока. Вот, они на измене по поводу фото. А что, собственно, проблема? Вот я опять, короче, смываюсь в другую сторону. Видите, ребята, то есть вот так вот. Значит, почему нет, когда да? Почему вообще должен стоять этот вопрос? Почему мы должны у кого-то спрашивать, правильно, снимать? Хотим и снимаем, не хотим, не снимаем. Ты попала в кадр, как бы, уйди из кадра. Удались отсюда. Тебе не нравится быть в этом мире в публичном месте? Закрой себя в мире как бы или месте не публичном. Да, если тебе что-то здесь не нравится. Вот. Что еще можно по этому всему поводу сказать? То есть разрешение спрашивать, это, по-моему, вообще как бы полная неадекватность. Место общественное, кто снимает, кто фоткается, да? Как бы, ну. То есть сосать чупа-чупсы как бы в виде члена как бы можно. Опана, опе, пелигросо, мео деос. Понимаете? Ходить, чудить, прикалываться можно, а фоткаться вдруг нет. Си, уна фото. Си. Ну, я сделал пару фоточек. Я успел. Я фотограф как бы уже такой, как бы с небольшим опытом. О, белеза. Муйто линда, си, карнавал, си, абригадо. Какие-то продают там удлинители для унитазов, или как они называются. Вот. А, собственно, дождичек идет. Вы, ребята, меня знаете, пилим контент в максимально опасных условиях. Местами даже влажных, холодных. Ох ты, кому-то уже под глаз, короче, прилетело, ребят. Ну, это жизнь, понимаете, всякое бывает. То есть, это по поводу безопасности. Чувак максимально как бы спортивный и высокий, а как бы от левши как бы в глаз прилетело. Причем, может, даже и не от левши, может, и от правши. Си. Вот. Просто с левой, понимаете? То есть в таких условиях, ребята, мы пилим контент. Карнавал! Белеза! Понятно, ребят? И ничего страшного. И нет никакой истерии. Снимать нас нельзя, шутить с нами нельзя. Понимаете? Вот идут местные ребята. Вполне себе снимабельные, как бы, да? Можно сниматься, можно общаться. Айке Рико! Ай, ке рико эста вида! Риба, риба! Вот так вот. Си! Да. Окей, белеза. То мы ему это с фото. Си. Видели? Вот так вот пупсики делают. Бразильские ребята пупсики. А вот так еще можно тоже поделать местами, ребята. Белеза. Делисиозно. Окей, вамос. Понятно, ребят? Но у нас как бы девчоночки, с которыми мы целовались, посимпатичнее, скажем так. Скажем так, по образцу первого варианта. Вы меня знаете, ребята, да? То есть мы как бы грязь лицом не ударили, да, ребят? Как бы не планировали. Так чисто. Ох ты, какие индейцы уматовые. Вот это именно нормальный ход. Собственно, шурует дождик. Белеза, вот так вот, ребят, вот такие красотулечки ходят. Вежо. Бразил. Ола, бригада. Видите, это, ребята, бразильская компания. Отличите. Отличите, да. Лава пасо козиньо, козиньо нау. Донде ста козиньо? Я керу козина. Керу комер. Бригада. Говорит, где еда? Я хочу кушать. Вот. Видите, ребят, нормальное настроение, то есть нормальное чувство юмора, все четко. Как нам нравится? Нравится с двумя буквами С на конце, ребята, нравится. Вот. А здесь, собственно, гуща событий. Мео диос. Диос мио. О май гад. Você ви? Muito lindo este vestido. Não? Ok. Tranquilo. Sí? Tranquilo. Bonito, sí. Senhor Lindolfo. Uma companhia muito bonita. Sí. Baile funk.
Обригада, 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 сеньорита. Ребята, и на Бали в панке мы с вами подорвались. Под конец как бы, да? Под эпичный кончик, да, этого видосика. Beleza! Beleza! Valeu! Sim, 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 obrigado! Sim, vamos! Hello, hey, my friend! Sim. Hey, man! Hey, man! Essa brincadeira é muito, meu filho! Normal, velho! Thank you! Obrigado! Puxa, essa brincadeira! É a brincadeira mais cara! Nossa, aí! É que hoje é isso! Ребята, как-то так, как вы себе поняли.